Всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой браток, и мы с тобой продолжаем играть растения против зомби 3. Всем я желаю приятного просмотра, приятного аппетита. Не забудь поставить свой жирненький царский лайк, а также подписаться на канал, если ты здесь впервые. Ну и, конечно, на Яндекс.Дзен, на Трово, дружище. В общем, мы продолжаем 44 уровень. Осталось вроде как вообще очень мало уровней, ребята. Поэтому я решил уже до конца-то пройти. Захватить зомби! Вот он. Нам нужно поймать зомби. Может быть, это он может нас привести к Стенореху. Типа, нифига себе, зомби похитили Стенорех. Вот это прикол. Для этого потребуется ловкость, хитрость и тщательное исполнение. Хорошо, что дяди Дэйва здесь нет. Дядя Дэйв спокойно чилит там себе и не занимается вот хрен знает чем. Найдите зомби, застрявшего между этими валунами, к северу отсюда. А-ха-ха, отлично! Выполненный план, писк. Хорошо, так, обновляется что-то, ребята, что-то, все, финал? Да, по идее, ребят, финал. Все, сейчас, уже скоро, ну, это финальная серия, если что, записываю на стриме, обязательно переходи. Вот, завтра, если что, он в 17:30, поэтому... Это новые зомби, ребята, это новые зомби. Вот, прошу. Фига себе, они, получается, скатываются быстрее благодаря этой горочке. Фига, у нас усложняется игра. Ля, красава, кабачок хоть попал. Прикинь, бы еще промазал бы, я офигел. Ну все, понеслась. На-на-на-на-на-на-на. Приятного аппетита, кто сейчас кушает, конечно же. Мы с тобой, да мы хардкорщики, мы быстренько вот так вот сделаем. Устанавливаем острый боб сюда. Пам пара па па пара па па пара па пам тара та на 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 Спокойно, все под контролем, дружище, все под контролем. Так, хорош, есть. Все, сейчас быстренько мы с тобой еще тут устанавливаем базуку. Да-да, большая, огромная. О, господи, спокуха, братишка. Попробуй острый боб. Скажешь, передавит? Нет. Он, прикинь, его сожрет. Он сожрал его, прикинь. Да, вот такой вот прикольчик. Оп, бац, хлоп, на. Хорош. Уровень пройден, ребята. По красоте. А вот и награда. 66 монеточек. Мы притом накопили аж 5000. Я не знаю, куда их девать. Я правда говорю. Я вообще ни разу не потратил. 45-й. Вот это новое растение уже, ребята. Вот это уже интересно. Ну-ка. Фиксируем, ребята. Это круто. Что это у нас? Погоди. Кто это у нас такой? Серебряный меч? Атакует. Фига себе, блин, серебряный меч. Это что-то какое-то жуткое растение новенькое. Ну, надеюсь, я его переведу. Как это не просто серебряный меч, новое растение, серебряный меч, ребята, так и назову. Ну, он еле как что-то справляется там, но... Да пойдет, ребят, а что нет-то? Пойдет, поедет. Так, все, быстренько мы с тобой вот так вот делаем. Так, я так понимаю, что фиг его все равно возьмет, поэтому мы вот так вот делаем. И, наверное, ускорение, ребята. Как-нибудь вот так вот. Так, замечательно, офигенно. Так, и тут понятное дело, ребята, что нужно вот так вот сделать. Вот так вот. И стоять. Дружище, не ходи. Не броди. А тут все уже практически, ребят, закончено. Блин, а мне понравилось новое растение. Ну, прям крутое. Вот так вот стопаем. Или вот так можем застопать. Офигеть! Шикарно! Просто шикарно, смотри. Нам сзади поставил. Ринг, зинг, зинг. Все. Хорош! Замечательно, ребята. Все, награду забираем. А сейчас еще пишут, новые зомби будут. Так, 46 уровень. Блин, интересно. Мне очень интересно. Let's go. Let's go, ребята. Сейчас посмотрим. Опа, боулинг зомби.
Офигеть, ребятки! Офигеть! И чё, как его выносить? Ну, амплюбасу, опять же, кабачком и... Да, на изи, ну это круто, вот эта новая механика, блин, это прикольно! Нифига себе! Надо добавлять во вторую часть, ребятки, нужно, обязательно! Так, куда будем этих садить? Ну, я думаю, так же. Сюда, это клёвое растение. Прям вообще нравится. Так, срочно-срочно сюда тоже. Ой-ой-ой-ой, дружище, ну что-то ты... Ладно, придется тебя так резануть. Да и тут на самом деле... Блин, что-то, ребят, не то все идет, не по плану. Боже ты мой. Так, ну тут будет, по крайней мере, этот. Это как-то такое. Так, 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 так. Есть! Сюда! Так, большая волна зомби. Это плохо! Это плохо, ребятки! Блин! Тан-тан! Даже не знаю, куда ставить-то, блин! Но главное не просрать! Секундочку, погодите! Боулингмен. Не, ну придется применить, что делать? Давай, оп, опачки вот так. Бамк! Так, ну прошли, ребята, хорошо. Хорошо пошло. Лужайка очищена. Оу, е. Замечательно. Так, что у нас тут? Прогресс. Спроси... Оу. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Спросить допрос зомби? Серьезно? Ладно, крутая штука. Где же гайк? Где же орех? Мозги! А, перевожу. Перевод. Он... Он... Погоди, погоди. Он действительно знает 6 миллионов и один язык? Не так ли? Чего, блин? Да, включает язык тела. Фига себе. Если вы заметили, он агрессивно жестикулирует в этом направлении. Свист. Может, если ты когда-нибудь захочешь жить в лесу, мне бы не помешал такой детектив, как ты. Хорош, 47 уровень. Неужели мы найдем сегодня стенорех? Мне бы такого робота... Да уж, точно. Так, ну хорошо, хорошо. Аккуратней, зомби. Ой, блин, и чё, как он? Склон такой. Ну, спокойно, кабачок-то разрешит эту ситуацию всю. Понятное дело. Тут это понятно, это финальное задание. Оу, май. Там, пам, пам. Так, сразу ставим этого. Та-ра-та-та-та-ра-та-та-тан. Да, ускоряем, ребят. Так, хорошо. Большая волна зомби. И вот этого сразу, оп, вот так вот шмякнем. По факту все, мы прошли. Хорош. Даже подгружает, смотри-ка. Как-то подозрительно долго, кстати, на самом деле. Тук-тук.
Что так долго обновляется? Фух, засчитал нам. А что, прикинь, все, закончилось бы это. И мы до финалочки совсем чуть-чуть не дошли. Прикинь. 48 уровень, хард. И, наверное, мы давай, наверное, дополнительные эти возьмем. Да, давай, плей. Погнали. Ух, блин, интересно, что дальше? Чего, блин? Это чё такое? Ёкарный бабай! Притом тут как-то склоны эти... Чё за фигня? Так, ладно, с этим мы разберемся, я думаю. С этим легко разобраться будет. Ну так, по факту. Жопа! Тут. А куда ты по... Ну ладно, ладно, пусть там будет, в принципе, какая разница, да? Так, и, наверное, сюда... Блин, я зря, наверное, его поставил, потому что... Ладно. Три волны, ребята, три волны. Быстрый. Ребятки, не надо, пожалуйста. Тут хорошо идет. Нам бы вот теперь здесь. Да, давай. Но вырасти не прикольно. О, шикарно. Блин, стена орех уничтожили. Только не это. Так, тихо. Тут надо... Вы, блин, говнюки, сохраняйте дистанцию. Чувачки, погодите. Я не знаю, ну, в принципе, нормально так. Все равно фигачит. Ни хрена боулинг, блин. Не надо, дядя, не надо. О, да, хорошо. Все, по кайфу, ребят. Смотрите, что происходит. Я не знаю, уже уровни практически закончены, поэтому мы можем вот так вот сделать даже. Вот так вот. Я не знаю, стоит ли что-то тратить. Не тратить, точнее, ребят. То мы всю игру... О. Ой, смотри, колесо нафиг ему покрышку, получается, порвало. Офигеть. Разорвало, порвало, прокололо. Это круто. Это очень круто. Все, сейчас уровень будет пройден, ребята. Да, ребятки, вы как-то хорошо проходите. Куды? Не надо, может быть? А мне надо как хорошо проходить. Хорошо, и это получается у нас... Трать на 50, там пишут. А что там на 50, интересно, будет, блин? Ладно, хорошо. 49 уровень, ребята. Все, мне кажется, тоже будет легко. Но вот на 50, там, блин, меня уже заинтриговали. Так, тут сложновато, я вижу. Ладненько, опять же, три волны, ребята. Хорошо, так, солнышко. А, кстати, здесь нету этих. В смысле? Я так не работаю. Ну, я понял, прикол, как здесь надо проходить этот уровень. Я понял. Ребята,
Тут все понятно. Как нужно. Еще ветер. И что ветер? Что он будет? Так это... Все, это изи. Там очень жестко на 50-м там пишут. Ой, блин. Блин, это очень круто. Это очень круто. Так. Секундочку, дружище. Погоди ты. Да ты мой родной, ну куда ж ты? Так, применяем, ребят. Спокойно. Все под контролем. Сейчас все будет круто. Так, стена орех вот сюда надо будет поставить. Сейчас быстренько. Вот сюда. Утка. Так, есть. Так, и вот теперь, ну тут нужно как-то нам... Что-то как-то эти хорошо идут. Боже, что-то как-то хорошо идут. Вы куда хорошо идете, ребята? Не надо вам хорошо идти. Блин, и тут что-то хорошо идут, и там хорошо идут. Боже. Это тяжеловато. Тихо, дружище, не надо. Ой, боже мой. Тут немного плоховастенько мне. Блин. Ну это вот-то завали-то. Боже мой, ребята. Блин, как бы не просрать. Ну-то мы как-то немножечко тут. Сейчас. Похож. Блин, ну надо, ребят, что делать. Все, тут это поможет, отлично. Это только вторая волна, боже, надо собраться, дружище. Надо, конечно, собираться сейчас. Так. Определенно. Сейчас, ребят, сейчас. Сюда. Так, есть. Боже ты мой. Давай, пока время какое-то есть. Нужно быстро собраться. Сюда эту штуку. Ой-ой-ой. Так, хорошо, что вода нам помогает, еще хоть немного их оттягивает. Неизбежно, как говорит. В смысле? Он что, как он... А как он тут на... Это что за колесо такое, а? Тихо! Тенорех! Есть! Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это тут жесткое, походу. Так, газонокосилка получается одна. Офигеть. Все, газонокосилки нет, скажем так. Ребята! Газонокосилки! Ё-моё, да что ты происходит-то, а? Посмотри просто. Не, ну тут надо вот эту ставить, эту 100%. А тут... Чё-то мы капец тут. Ой-о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 й. Ребята. Быстрее. Ещё надо ставить. Так, красава. Ну тут уже, ладно, тут фигня. Фух, чуть не просали. Офигеть. Ну ты прикинь. Фух. Хорош. Фух. Боже ты мой. И вот сейчас будет какая-то жесть, я так понимаю. Ребята, сейчас будет какая-то жесть. Так, что насчет стены ореха? Мы искали вас, но ты вроде в порядке. Что, серьезно, это все? Слава солнцу и луне, ты в порядке, стены орех. Свист-писк. Серьезно? Не могу перевести тишину. Предполагаю, что он рад вернуться домой. А, и все. Прикинь, 50-й левел. Ребят, ну что, готовы? Вы готовы увидеть это? Давай вот так. Погнали, ребят. Самый последний тяжелый уровень. Ну что же, ребят. Давай,
Пожалуйста, блин, мне интересно. Да еще так долго, знаешь, грузит. Такое чувство, что вот сейчас, ну там реально будет полная задница. Ого, блин, чего? Так, ладно, ну в принципе, вроде нормально. Ничего тут тяжелого как бы и нету. Вроде как бы. Ну, я ничего не вижу тяжелого, прям что-то такого. Так, вот здесь боб поставим. Ладненько. Здесь вот этих вот. И что вода делает? Прикольно. Ну, ладно. Это интересно, ребят. А вот это уже какая-то жесть, погодите. А вот здесь-то, смотри, в чем прикол. Здесь, блин, я не могу поставить. Ладно, как-нибудь сейчас импровизируем. Не жри, так грязный ты маленький зомби. Я тебе специально тут поставил, что ли, чтоб ты жрал. Видимо, да, он так и подумал. Так, давай сюда ставим. Как-то это все-таки не очень. Ну ладно, у нас 5 этих, 5 тех, 12 вот можем поставить. Смотри, оп. Господи, не туда. Ладно. Жесть просто какая-то. Посмотри на это, а. Сюда поставим. Этого. И, дружище. Короче, побольше, побольше, побольше качанчиков нужно. Это не такой вроде как сложный уровень. Показался мне. Сюда вот. Пец. Так, следующая волна. Отлично. Да, поставим. Давай сюда. Тут нам нужно еще будет. Вот, пожрите, мистер зомби. Тихо, тихо, ребята, вы... в смысле? Господи, я аж напугался. Я думал, все, бета закончена. Прикинь, на последнем уровне. Все, не успели. Я бы вообще в шоке был бы. Не, правда. Все, получается, последний зомби, и все? Бау. Ну-ка. Уровень пройден. Все? Вы хотите сказать, это реально все? Это финал? Мало. Мало. Я хочу еще. Тур вулкана. Ну-ка. Этот вулкан выглядит потрясающе. Еще он прекрасно пахнет. Анализ двухногих следов завершен. Она принадлежит Дэйву. Дядя Дэйв, когда он... Был-то тут. Сейчас, да уж, безумный Дэйв. Ожидаю, что Дэйва привлекло совершенственное... Сейчас, переводчик. Подожди, что это, заметка? Мо, что там написано? Написано, у нас есть Дэйв, дай нам мозги. О нет, дядя Дэйв был тем... Все, кто это время был в беде, мы должны найти его. Так, погоди. Финалочка демки? Все? Да нет, погоди, серьезно? Растение против зомби 3. Это трейлер игры.
А, нифига, тут уже все показано, ребят. А вот новый зомби. Зубастик. Ого. Вот это уже круто. Спасибо, что оставили дверь открытой, и там написан «Доктор Зомбоз». Ну что же, друзья, а на этом все. Надеюсь, вам понравилась игра. Такая вот коротенькая. Блин, я думал, что еще там что-то нас ждет такое, такое прям крутое, но ничего страшного. Ладно, на этом все. Спасибо за просмотр. Не забывай подписываться на Яндекс.Дзен, Рова, Телеграм, Дискорд. Бай-бай, дорогой братишка.